Музеи, библиотеки, архивы и театры Ульяновской области продолжают работу, соблюдая ограничения, предписанные указом губернатора. Во всех культурных учреждениях продолжают действовать все профилактические меры, направленные на снижение риска распространения коронавирусной инфекции. В первую очередь это обязательное ношение масок и перчаток. Музей не меняет свой график работы. Принимаем посетителей одиночных с 10 утра до 16 вечера. Единственное ограничение у нас на группы. Раньше у нас принимались группы до 10 человек. Сейчас мы принимаем группы не более 5 человек. То есть у нас запрещены все крупные мероприятия массовые с участием жителей города. В обязательном порядке во всех культурных учреждениях установлены рециркуляторы, дезинфицирующие коврики. Проходит влажная обработка и обязательное проветривание. Книги, которые нам приносят читатели, мы складываем в специальные короба и отправляем на обсервацию на 5 дней. Только через 5 дней мы их достаем и ставим в фонд. Читателей стараемся в фонд не пускать, книги выдаем по их запросам. А в читальном зале у нас читатели обслуживаются, у нас... за одним столом сидит один человек, и на одного посетителя у нас не менее 4 квадратных метров. Театры также продолжают работать с соблюдением всех профилактических мер. Зрители без масок в здания театров не допускаются. При рассадке соблюдается социальная дистанция, и зрительный зал заполняется только на 30%. Регулярно проводится дезинфекция зданий. 30% в каждом коллективе культурных учреждений – это лица в возрасте старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Все они работают в дистанционном режиме. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.